Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам хочу рассказать о двух способах набора петель для вязания. Самый простой и часто применяемый способ набора – это обвив. Выполняется он на любой машинке. Обвиваем мы иглу снизу вверх. Для того, чтобы протяжка, которая образуется между иглами, находилась снизу, то есть не сверху вниз мы обвиваем иглу, а снизу вверх. Это самый простой и чаще всего применяемый способ начала полотна для вязания. Но при этом край получается рыхлый и немножко растянутый. То есть не всегда нам нужен такой край, если край нужен более плотный. Но мы не хотим делать набор косичкой, мы делаем набор обвивом с одновременным провязыванием. Итак, у меня есть петля. Я обвиваю следующую иглу, стоящую за той, которую уже набрала, и провязываю ее. Таким образом у меня иглы уходят в рабочее положение сразу. Я снизу обвиваю следующую иглу, провязываю предыдущую. Обвиваю следующую, провязываю предыдущую. Здесь надо смотреть за тем, чтобы все петли имели один размер. Для этого мы выставляем иглы в рабочее положение таким образом, чтобы они занимали ровную линию. Если у нас каждая игла будет стоять где попало, у вас петли будут разного размера. Чем длиннее, чем дальше вы ставите иглы к рельсу, тем более рыхлый и эластичный будет у вас наборный ряд. Выполняется достаточно быстро. Если вам сложно следить за тем, чтобы петли были одинаковые, проложите линейку между пятками игл и рельсом. Будете упирать пятку в линейку, и таким образом вам не придется следить за тем, чтобы все петли были одного размера. Вставляем нитеводитель и провязываем нужное количество рядов. Смотрим, что получилось. Край обычным обвивом тянется, он очень эластичный, тонкий. Край, который мы делали набор с одновременным провязыванием, гораздо более плотный и лучше держит форму. Если это видео вам понравилось, оно было вам полезным, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. Я жду вас в нашей школе машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.